9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война, а началась она 22 июня 1941 года в 4 часа утра. Война жесточе нету слова, война святее нету слова, война печальней нету слова. Тоски и мраки этих лет и на устах у нас и ногу еще не может быть и нет. Ребята, сегодня наша страна празднует День Победы и чествует своих героев. Бьется пламя, как знамя святое, бьется память о грозных годах над священным солдатским покоем в обогренных войной ветрах. Замирает в печали минута, лишь трепещет живая душа, и гремят над тобой салюты, все мирское в тебе заглуша. И слезу никуда не упрячешь, если камни попавшимся ребят, потрясенный стоишь ты и плачешь, плачет сердце, что выжил солдат. Он защитил тебя на поле боя, упал, ни шагу не вступив назад. Имя есть у этого героя, великой армии простой солдат. Мы здесь не потому, что дата, как злой осколок падает, жжет в груди. В могиле неизвестного солдата ты в праздники и будни приходи. Партнер телепроекта «Моя память» – общество с ограниченной ответственностью «Межа». Технические планы на здание и помещение, межевые планы на земельные участки, топографическая съемка.